Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Чинган CS55+, в сером цвете 2023 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,5 литра, мощностью 181 лошадиная сила, АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине, литых дисках, имеется спойлер, парктроники, камеры кругового обзора, установлены рейлинги на крыше, повторители в зеркалах, бесключевой доступ. Пробег автомобиля 41 тысяча километров. Пройдемся по салону автомобиля. Кожаный салон, чистый, ухоженный, имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев передних и задних сидений, режим спорт, режим эко, электроручник, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, корректор фар, электропривод багажника, электрорегулировка зеркал, электропривод передних сидений, панорамная крыша с люком, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 94. 94, 99, 91, 87, 96, 96, 96, 93, 107, 88. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.